Давайте заново. Наталья, морская пехота. Зачем вы похитили коньяк стоимостью 300 рублей? Ты говоришь, что коньячок? Извините, название было нехилое. Офицерский состав. Я, конечно, уже не в составе, но я составлю компанию. Кому? Любому офицеру, да, который имеет честь служить отчизне. Проверьте на вшивость. Вчера было день рождения концерна «Аврора». Кстати, он там, типа того, у круглой бани. Как же мы ее называем всегда? Шайба. Проживаете где? Город Санкт-Петербург. А конкретней? Суздальский, 3, корпус 2, квартира 105, 4 этаж. Помедленнее. В данном гипермаркете что делаете? Шла мимо. Захотелось коньячку, да? Ну, типа того, поправить головку. Заметно. Ну, хлеб купил за сумму. Это мы знаем. Чек только сохраните до выхода из магазина. Ну, типа того, там. Так что вы говорите, там все наше руководство пересажают, говорите? На нары посажают. О, круто. Но вот начинаю проверочку с рыбного отдела. Отлично. Потом дойду до салатов. Потом проверю баночки и бутылочки. Уже одну проверили, хотели проверить. Что вы? Я же не взяла. Вы украли ее. Да. Вы ее пронесли сквозь... через. Да, через расчетно-кассовый узел, спрятав под пальто. Это ужасно. Это очень низко. Это... ну, это не мой стиль. Кстати, служба... безопасность. Работает круто. Я знаю. Спасибо. Очень ладно, все.